Вход в духовное – это вход в желание, мы живем внутри желания. Все восприятие реальности, все, что существует, существует в желании, в нашем желании. Больше этого нет. Мы говорим только обо всем, что происходит в желании. Маленькое желание, больше, больше и больше желания. Тоже это не по расстояниям. Личное желание, общее желание. Желание, то есть когда я такой характер ему придаю, что оно личное или общее. Желание, которое направлено, когда в нем есть ощущение, что это мое. И желание, в котором в нем есть ощущение, ощущение, что это мое, но есть ощущение, что желание направлено наружу. То есть, что в желании есть разные виды, характеры. Я живу внутри желания. Когда я даю своему желанию цвьон, ше укуло характер, ло шаях ли, что оно целиком не принадлежит мне, это желание называется духовным. Давайте представим себе как упражнение. Желание, в котором я живу, я сейчас не отношу его к себе. И тогда то, что происходит в нем, называется духовное.